Друзья, всем привет! Такой небольшой ретроспективный ролик с большими подарками и с нашими новинками. Сейчас дойдем до кабинета. На стол я уже все поставил и расскажу вам немного о том, что мы выпустили за последние дни и о том, что мы еще выпустим в ближайшее время. Итак, тут у нас уже стоят некоторые добавочки. Так это у нас все выглядит. Я думаю, что действительно это очень красиво. Тут еще затравочка, это новый предтрен. Это Rage, это пушка. И два новых вкуса БЦА. Два новых вкуса БЦА, это у нас арбуз и клубника. Для чего мы все это создали? Для чего мы все это сделали? Выбрать продукт с первого раза сложно. Вкусов много. Упаковка 150 грамм позволяет вам попробовать все вкусы без переплаты. Мы продаем нашим партнерам очень близко к себестоимости данный продукт, потому что это не позиция для заработка. Это позиция, чтобы вы попробовали. Это пробник, просто пробник, так скажем, инновационный. 5 порций, так никто не делает, это здорово. Формат клевый, розничную цену мы рекомендуем около 300 рублей. За такую баночку, за одну. На сайте также они будут, можно приобрести, попробовать всю линейку вкусов. На сайте доставка бесплатная. Важный момент, именно в этом ролике, именно сейчас. Внизу читайте в комментариях под этим видео, что я решил сделать. В первый день выпуска будет скидка 25% на все. На второй день выпуска будет скидка 20%, потом третий день 15%. Четвертый день 10. Промокоды все указаны на каждый день, на каждую дату, под роликом они прописаны. До 5 июня по промокоду 5 июня, причем тоже внизу есть, акция на Самотекс. При покупке 6 пачек Самотекса, одна пачка в подарок, плюс в подарок флакон меланотана для загара, плюс в подарок футболка Самотекс. Это при покупке. Вот. Условия будут прописаны внизу, а при покупке одной упаковки Самотекса меланотан в подарок, а при покупке двух пачек Самотекса в подарок будет идти уже доставка меланотан, а от трех пачек футболка, меланотан, доставка. В общем, все написано ниже, я еще более полно придумаю все эти штуки, но это все можно будет прочитать в комментариях под этим роликом. Вот, так что все вкусы есть в пробниках, это новинка, она скоро будет у наших партнеров. У всех по всей России, СНГ, ближнее, дальнее, зарубежье. Спрашивайте, требуйте, вы же понимаете, кто-то из партнеров наших может решить, что позиция не нужна ему на полках, да, и будет закупать стандартный пакет наши килограммовые. Некоторые ребята уже привезли, особенно вот, знаю, что в Саратове у первым Леха Сапоцкий уже он дарит. Представляете, что делает Леха? Он с покупкой килограмма протеина делает своим клиентам подарок в виде баночки на 150 грамм. Это, конечно, пушка. Очень много заказов розничных полетело уже к нам. Мои подписчики, у меня просто, так скажем, так вышло, что у меня очень умные подписчики, много взрослых ребят. Многие пишут, что это в командировку, в машину, в офис, в сумку спортивную с собой брать, чтобы не в шейкер пересыпать, не по баночкам сыпать. Они теперь приобретают там любимый вкус большой пакет и несколько маленьких для транспортировки с собой. То есть так вышло, что пробник превратился уже в такую вещь очень интересную. Пробник сделали. Дальше. По БЦАшкам все очень просто. Это лето, нужно делать новые вкусы, поэтому клубника и арбуз. Лично мне эти вкусы очень нравятся, арбуз я вообще обожал. Когда я еще был молодым и красивым, и не поверите, такое время было, я покупал Extend компании Savation арбузной. Это были мои любимые БЦАшки. Они топ-топ на www.com. В данный момент, думаю, тоже. Они были реально крутые. И скажу, что этот вкус не хуже. Мы очень много над ним работали. И арбуз мне лично очень нравится. Клубника, она в целом похожа на клубнику Генетика. Естественно, на сыворотке там более молочный привкус присутствует, как мороженое. Здесь чистое такой яркий клубничный напиток. Чем-то напоминает фанту клубничную. Если пробовали, возможно, сравнить с ней по вкусу. И, конечно же, эпогей. На самом деле, вот этого продукта, это Rage, ждали. И я лично ждал. Наши соратники, наши друзья, наши клиенты и наши партнеры ждали очень долго. Это полностью инновационная формула.
Например, есть компонент монострат глицерина, по-моему, в России его не использует ни одна компания. Просто ни одна, мы первые. Я, Саша, позволите, состав прочитаю. И если вам интересно, чтобы я разобрал каждый компонент отдельно, поставьте, ну, комментарий оставьте по этому поводу внизу под роликом. Тогда я разберу непосредственно предтрен, расскажу, как он создавался, почему каждый компонент находится в составе, какой эффект он дает. Так что, возможно, вам будет потом проще какие-то отдельные компоненты для себя выбрать и приобрести их отдельно, да? Потому что мы выпускаем в комплексе, у кого-то могут быть они и отдельными добавками. Поехали. Здесь у нас цитрулин малат, аланин, эльтеурин, эльтирозин, аргинин, кетоглютарат, глицерин, монастират, бетаин, лейцин, кофеин, валин, изолейцин, глицин, биопирин, экстракт зеленого чая, экстракт женьшеня, витамин ПП, экстракт виноградных косточек и йохимбин. Вот такой вот состав. Он круто работает, на самом деле. Наверное, я не буду врать по срокам, но больше года мы разные формулы пробовали. Не так давно появилась идея и возможность привезти из-за бугра монострат глицерина. И на нем мы уже остановились, доработали формулу и выпустили вот такой продукт. Врать не буду, для меня это практически лучшее из того, что может быть. Так вот, друзья, этот выпуск очень короткий, он больше с подарками для вас, со скидкой, потому что очень много сообщений я получал, когда будет скидка в ролике. Друзья, вот она наступила. Это знаменательная дата. Сегодня я сделал для вас специальный подарок. Это очень большая скидка на нашу продукцию. Поставьте лайк. Не делайте репосты, потому что это ролик только лично для вас. Он только в нашем будет группе размещен и только на моей страничке. По плану, по крайней мере, так. Кто-то следит, отрепостит, это уже, конечно, его личное дело. Из хороших новостей, как видите, я уже могу немножко двигать рукой. Я уже начал растягивать. Я грудь пока не тренирую, нельзя еще месяц нагружать ее. Но это уже тема отдельного выпуска, скорее всего, через неделю или две выйдет ролик о препаратах, о лекарствах, начиная от антибиотиков, противовоспалительных, а также препаратов для суставов и связок, которые я применял после операции и применяю в данный момент для ускорения регенерации. Я вас всех обнимаю, желаю здоровья, пишите ваши вопросы, комментарии, мнения и мысли.